Предпринимательство любого масштаба – это основной двигатель экономики. Представители этой сферы ежедневно предоставляют нам обширный спектр разнообразных товаров и услуг. Поэтому интерес общества к этому виду деятельности вполне объясним. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на торжественном приеме главы района ко Дню предпринимателя. По российскому законодательству каждый человек имеет право открыть свое дело и вести бизнес. Направление деятельности может быть разное. Главное, чтобы это было востребовано жителями. Славянские предприниматели наработали богатый опыт работы и хорошо понимают, что необходимо делать для успешного развития. День предпринимателя – молодой праздник, который подчеркивает важность нашего малого и среднего бизнеса для экономики государства. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил большой вклад предпринимателей в развитие экономики муниципалитета. И страна развивается, и район развивается. И это интересно. Интересно, что вы создаете коллективы, вы изучаете там направления, ищете эти материалы, технологии. Ну, наверное, так оно и должно быть. Поэтому я уважаю предпринимателей, честно вам скажу. Мне приятно, что в Славянском районе все как-то поставлено в конструктиве, что мы друг другу стараемся помогать, и подключение к сетям, и выбор площадок, и подъездные пути, и все, и все, и все. Потому что, ну, наверное, так и должно быть. Предприниматели помогают власти, власть помогает предпринимателям, в итоге выигрывают люди. Роман Синеговский пожелал собравшимся и членам их коллективов успехов в труде, здоровья и благополучия. К поздравлениям присоединился и председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Как говорят сейчас, 24/7 думать, как развивать свое предприятие. И чтобы люди работали, как правильно сказал Роман Иванович. Если будешь сидеть на месте, не будешь совершенствоваться, не будет бизнеса. Он постоянно, это живой организм, он постоянно видоизменяется. Поэтому спасибо вам, что вы всегда в тренде. Я желаю вам успехов, удачи. Трудное сегодня время. Но я думаю, что вот та у вас хозяйская такая жилка, она останется и будет развиваться. Удачи вам, с днем предпринимательства. Была озвучена информация о каждом пришедшем на торжественный прием. И действительно, эти люди очень достойно представляют сферу предпринимательства. И славянцы знакомы с результатами их труда не понаслышке. Успешная работа получается во многом благодаря взаимодействию с властями муниципалитета. А именно факт наличия и успешной деятельности нас как форм хозяйствования, это говорит о многом, о том, что создаются хорошие условия. Хорошие условия – это, прежде всего, спокойствие, это первое. И второй момент – это финансовые и другие климаты, с которыми мы постоянно сталкиваемся ежедневно, даже вот сегодняшний замечательный понедельник. Для успешного развития предпринимательства, современных производств и направлений, создания новых рабочих мест существуют специальные программы государственной поддержки. Я благодарю вас за поддержку, за ту поддержку, которую вы оказываете. И вот на сегодняшний день у меня идет масштабирование бизнеса, да? Вы в этом, конечно, неоценимые помощники. И вы, и край, очень много преференций, которые дает легкой промышленности, да? И я хочу вот анонсировать, это первое, что я подписала договор еще в декабре с иностранной компанией Kenobi. И сейчас, с 1 июня, мы уже запускаем. Мы приобрели сублимационные принтера, мы приобрели каландеры, которые сегодня уже идет запуск оборудования, которое будем делать форму для футбола, для баскетбола, для регби. Глава Славянского района вручил собравшимся благодарственные письма и памятные подарки за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета и в связи с профессиональным праздником. Эта работа требует самоотдачи, специальных знаний, способности находить контакт с людьми. Они сплоченные между собой, помогает не только своему бизнесу развиваться, но и помогает и городу, да, развиваться, потому что без предпринимателей, без их поддержки не было бы у нас и никаких там благоустройств, дорожек, там клумб и так далее. И очень приятно, что и власть не забывает об этой помощи, что всячески поддерживает. Ну и отмечают. Спасибо большое. На встречу были приглашены те, кто хорошо реализует новые идеи и проекты. Настоящий предприниматель – это всегда неуспокоенность и жажда творчества. Ответственность за то, что ты принял решение, ответственность за то, что ты создал бизнес,
ответственность за его социальную направленность, ответственность за людей, которых ты пригласил. И поэтому в такой праздничный день невероятно важно ощущать поддержку. Знаете, в нашем Славянском районе и в Анастасиевской в том числе, да, создалась необычайно, знаете, такая какая-то мощная, энергетически наполненная атмосфера поддержки. Это как в большой дружной семье. И в радости, и в горе, в любых трудностях, когда необходима поддержка, какие-то вопросы возникают. Администрация всегда приходит на помощь. Впереди у славянских представителей предпринимательской сферы новые успехи, и у них все должно получиться. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».